привет. Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик Speak Under Stream. Ну, открытие сезона 2022. Здорово, Саня. Привет, привет, Кирилл. Значит, привет. Открытие немножко нестандартное. Обычно на самое открытие народ бежит куда-то там на большую воду ловить большую-большую рыбу. Но у меня была одна маленькая-маленькая мечта. Много лет причем. Я хотел открыться по белой рыбе. Причем по белой рыбе на оке. Поэтому начнем мы открытие, скажем так, летнее Цаки, район города Дзержинска. Будем стараться ловить главаря и жереха. Да, судачка попробуем, покидаем, может быть, что-то будет. Но как бы основная наша цель и задача на пару дней именно поймать бель. Что, пробуем? Да, тут желание Кирилла совпало как раз с моими потребностями. Я сделал линеечку блесен жереховых. Уже лабораторные образцы я в позапрошлом году потестировал. Сейчас сделали уже промышленные образцы. И надо как бы добить тему уже окончательно. И Кирилл, когда сказал, что хочет по белой рыбе прогуляться, мы решили, в общем, это и сделать. На оке, в моих родных пенатах. Вот. Надеюсь, что все у нас срастется, получится рыбу найти, потому что, да, нестандартная какая-то. Начало сезона нестандартное, воды много. Надеюсь, что найдем рыбу. Ну, дальше видно будет. Собственно говоря, по погоде переменная облачность, довольно холодная вода, позднее у нас лето. И самый неприятный сильный ветер. Вот. Но в любом случае будем что-то пытаться сделать. Наверное, что-то даже поймаем. По снастям, значит, по лайту. У меня бифресты 3.12 и 4.16. У Александра лайтовка, это притерик. Как бы пока ничего не называю. Вот посмотрим, выживет она, не выживет в его могучих руках. Да, тут надо будет посмотреть еще. Ветер сильный, может быть, легкие блесны не очень хорошо будет ловить, не очень удобно. Может быть, придется на более тяжелый перейти, тогда на другой спиннинг. А пока лайтовочка. Вот мы сейчас на первой точке, здесь, по идее, должен быть жерех. Коса, причем она здесь, коса подводная только по большой воде, по малой воде. Вообще здесь остров получается. И вот здесь мы сейчас попробуем плавить жерешка. Что, поехали? Поехали. Давай. Сделаем небольшое перемещение поближе к берегу. Потому что впечатление такое, что жерех отошел туда, вот ближе к кустам. Чайка сместилась туда. Ну, она, конечно, это понятно, что мы тут немножко, возможно, пошумели, и он отошел. Вот сейчас будем пробовать, во-первых, по другим углом облавливать бровку, под которой стоит жерех. И станем поближе к берегу, чтобы доставать до того участка, где чайки летают. Большой? Нет, не более. Вообще мелкий, да? Нет. Нет, даже кило. Небольшой. Не то. Это даже не селедочка, это килечка. Но ударчик, удар такой, как надо. Очень хороший перекатик, интересный. Прям каменистый, и глубина подходящая. По идее должен быть голавль, но что-то вот нету. О, хоть. Когда летом бросали,
Но кроме окуня нет ничего, идем дальше, идем все-таки к острову. На такой струе наш даже штатный якорь практически не держит. Вот еле-еле встали, не там, где хотели, не так, как хотели, но хотя бы как-то закрепились. Ну вот сейчас попробуем что-нибудь. Я чувствую, будем здесь стоять до вечера. В принципе, как-то что-то можно. Вроде место не сильно плохое, но будем пробовать. Все, больше вариантов у нас нет. Якорь не держит, течение бешеное. А должен был быть голавль. Что-то с голавлем не задается. Жерех ушел в глубину, поверху бить перестал, соответственно, что? Он отсюда никуда не ушел, он здесь. Просто мы меняем проводку на джиговую. Только ловим, опять же, либо пикерами, либо тейлспиннерами. Условно говоря, 3-4 оборота достаточно быстрых катушки и также паузу, чтобы приманка упала на дно. Вот в момент, когда он перестает жрать сверху, так его ловят снизу. Опять открутился. Крючочек маленький. Или нет, не открутился, он на меня пошел. Вот на тебя пошел. Тихо. Нормально. Тейлспиннер как раз вот я его гонял в прошлом году, шакальский. И вот сейчас поставил. Привезем обязательно, потому что интересная штука, реально ловит везде и всех. И жереха, и судака, и головля. О, хороший жерешок. Потом 14 или 18. Ладно? Хороший сел. Большой тейлспиннера, его не надо крутить как чумного. В принципе, чуть быстрее по жереху делаешь обычной проводки, и все получается. Красавчик, ударил как, прямо красота.
килограмм, наверное, 700. О, как красавчик. Вот приятного поточку. Зачетный окушок такой. Ух, красавчик. Поролоночку скушал прям со свистом. Вот это нормально. Слушай, когда я сегодня преследовал мелкий судак. Ты его искал? Я ловлю белую рыбу. Я его не искал. Я искал белую рыбу. А вместо этого вот вас не заказывают. Сейчас он решил, что он действительно рыб нормального размера. Смотри, 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 смотри. Ловим жерика. С крэнком, в принципе, можешь соперничать только тейлспином. Но тейлспинер у меня сгрызли. У меня просто жерика хорошие рвали плетенку вместе с тейликами. Вот, поэтому уже все, тейлы кончились. Поставил крэнк. Вот. О! Ай, блин, вскочил. Ну, примерно такой же. Что-то приличное. И пусть я поймаю меньше, чем Сашка. Но кайф-то в чем? Кайф именно в легкой снасти. Плетеночка 0,6. Бифрюстик. Вот сейчас у меня до 16, это вообще до 12 был. И приличная рыба. Смотри, как уверенно сейчас смотал. Видел? Надо с очком, да. Я не хочу терять очередную воблю. Ну, трофейный подсак брать. Вот. Двушку жереха, это, конечно. У меня такого еще не было. Ты думаешь, это было? Ну что, весом? Я думаю, ты получишь. Хотя не, наверное. Ну жалко воблер, ты же понимаешь. Воблер, конечно, жалко. Вопрос такой, просто жалко воблер. А? Почаще. Взвесь, 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 сколько весит? Сейчас. Два с половиной минимум. Два с половиной минимум. Да, да. Сарик со мной согласился. Да. Два с копейками. Я бы сказал так. Опа. Крэнк, ребят. Если есть возможность достать его крэнком, крэнк будет на первом месте. Всегда. Очень много лет хотел именно вот на оке здесь половить, ну, в первую очередь белую рыбу, просто вот оторваться. По-моему, получилось. В общем-то, да, довольно неплохо получилось с интересными приловами, но в целом такой по белой рыбе прям
Нормально. Ну, сейчас надо понимать, что все-таки на Оке белая рыба вот именно в начале сезона, она более так активна, ее побольше, потому что, скажем так, ее довольно быстро выбивают. А сейчас прям замечательно. Ну, хотелось бы больше головля, но видишь, в этом году сезон неправильный. Ну, на самом деле лето задержалось. Задерживается. Да, по погоде-то это середина мая. Ну, с нерин, конец, наверное, мая. Ну, хорошо, погода. Пусть будет конец, не важно. Да. Вот. И в любом случае, слушай, ну нормально. Да, классно. Да. Так, замечательно, здесь покатались, открылись, не скучали. Здесь открылись, соответственно, завтра что? Пора. А завтра на Чебоксарку. Родные места. Все, всем пока. Всем пока.